типы учителей в твоей школе. Ха-ха. Первая училка математичка. Ходит вечно недовольная со страшным пакетом, как она. А на ногах у нее всегда смешная обувь. Закрыли все рот, быстро! Честно, сколько ей лет вообще? Вообще говорят, что ей уже 500 лет. Я так и знала, что она старая швабра, капец. Минусы математички. Только она может испортить все твои оценки за год. Два. Пожалуйста, не ставьте мне два, я болею. Два. Следующий минус, у нее постоянно воняет изо рта. Чем тебе помочь? А давай я тебе помогу, детка. Что? Все нормально. Она никогда не болеет и приходит в школу каждый день. Классные работы записываем. Пошли, Ивановна, у нас зомби-апокалипсис. Все заболели, бегите. У меня руку сожрали. Не повод. Сегодня контрольная. Здравствуйте, Оксана Ивановна. Можно я у вас откушу? И зачем ты мне руку откусила? Два. Пишем контрольную. Училка по русскому и литературе. Носит пакет с тетрадями. Вы проверили наши словарные диктанты? Не что, разорваться? Вас много, я одна. А как ты разорваться? Это, наверное, боль. Не рвите себя. Знает, сколько волос у Пушкина на голове, и не только на голове. Алло, психушка. Чтобы получить хорошую отметку, учи стихи наизусть. За деньги, да. За деньги, да. Мама пополняет баланс. Учитесь, дети, учитесь. Минусы училки по русскому. Дает кринжовые тесты по литературе. Какого цвета была какашка у главной героини? Не знаете? Я в шоке. Заставляет читать по цепочке. А ты с подругой не следишь. Так, Марина, читай быстро. Оксана, где мы читаем? Маме на доллар, деньги на задний кольцо. А подруга тебя смешит. Дайди. Оксана. Я пернула. Так, это кто там ржет на последней партии? Извините. И когда я обедала с Пушкиным, а настоящая дискотека начинается, когда русички позвонят, потому что у нее на телефоне прикольная мелодия. Так, гуманились. Алло. Училка по рисованию. Самое странное. Сегодня мы с вами рисуем ракету. Ольга Ивановна, я нарисовала ракету. Вот, она летит. Дай посмотрю. Это не ракета. Мозг у тебя полетел, господи. Получить хорошую отметку с ней несложно. Нарисуй ракету и все. Твоя классуха. За секунду определит, кого из одноклассников нет на уроке. Где Иванова? Здравствуйте, а вашей дочери нету в школе. Чё? А ну иди сюда, я сейчас детдом сдам. Позволяйте, это мне больше не дочь вся. Кого еще нет? Любительница врываться в класс и проверять рассадку. Здравствуйте, Лена Эдуардовна. Не поняла. Быстро сесть по рассадке. Я считаю до трех. Раз, два, три. Оксана Ивановна, Катя пропала без вести, не знаю, никто не может найти. Ой, да мне вообще все равно. Да мне тоже насрать. Минусы классухи. Постоянно ругается незаполненный дневник. Тут пусто, как в твоей башке. Где роспись родителей? Ты у нас сирота. Мне маме позвонить? У меня нету мамы. Папе сейчас позвонить. И папы у меня тоже нет. Да ты достал. Никит, что, реально? Да не, я приковался на дни. Плюсы классухи. Исправляет оценки в конце четверти. Можете исправить моему оболтуса? Ну что поделать, но она тупая, как пробка. Да, она без мозгов, но с кем не бывает. Спасибо. Минус, она может прийти к тебе домой. Никита, твоя учительница пришла, здравствуй. Проходите, проходите, да. Женщина, вы кто? Вы ошиблись в квартире, да. Мелочи нет, она забирайте. Фу. Я таких женщин не знаю, мама. Кто это вообще? Училка по английскому языку. Самая красивая и молодая, только никто не знает, от кого она вечно рожает. Мама, ты чё больная? На уроке английского ты с подругой всегда тупишь. Марина, а что такое hello? Как мы у переводчика спросим? А ты тупая дура. Что такое? Как распознать англичанку? Всегда беременна. У меня всего 40 детей. И да, тут еще 10. Ольга Юрьевна, не хотите чупа-чупс пососать? Спасибо, не надо, я уже свое это... Эксесарис. One. Минусы англичанки. Она может быть злой и заставлять учить неправильные глаголы. Завтра пишем диктант на 300 тысяч слов. Она всегда исправляет себя на уроке. Язычок. This is. This is. This is. This is. Не понимаю, мой. Гад. Училка по физкультуре. Всегда ходит в спортивной одежде, и никто никогда ее не видел в обычной. Ну а на уроках физры все резко начинают болеть. У меня мама форму постирала. Я? У меня нет ног. Это? Так это руки. Ничего придумать-то. Катя, ты что?
А что с ней? Минусы училки по физре. Она мучает сложными упражнениями. Выполнить это невозможно. Я устала. Ставьте два. И, конечно, на физре есть тот чел, который всегда болеет и сидит на скамейке с телефонами. И в него всегда попадает мяч. Вы что, офигели? У меня отеческая паника. Ну и, конечно, тот самый одноклассник, двоечник. Молодец, да, смотри. Самая крутая оценка у него только по физре. Ну а по всем остальным предметам он сидит примерно вот с таким вот лицом. Трудовица, а девочки береги. Ходит постоянно в очках, чтобы разглядеть твои кривые швы на фартуке. Эти швы кривее твоих рук. Криворучка, и ты криворучка. И не дай бог ты сломаешь иголку. Девки, я сломала иголку. Есть вот такой вот гробик Солокити. Присмотрите. Кто-то сломал иголку. Есть вот такой вариантик в виде курицы. Тоже присмотрите. Так, девки, тоже иголку сломала. Есть двойной? Грустно, но зато вдвоем. Минусы трудовицы. Вам постоянно обещают, что вы будете готовить. Готовить? Могу приготовить твою руку. Шить научитесь сначала, а потом готовить будет. Самый прикольный урок у училка музыки. Здравствуйте. Садитесь. Она постоянно вам включала кринжовую музыку. И вы с подругой делали вид, что поете. Но у каждого в классе есть такая одноклассница. За деньги, да, за деньги. Да, за деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. Господи боже. Заткните ей рот, пожалуйста. Молодец, Катюша. Учитель. Спасибо. Следующая училка по географии. Покажите мне речку, какашка. Чё ржём? Говномок, доске. А если тебя вызывают к доске по географии, конец. Так, речка, говнянка, показывай давай. Извините. Ты тупишь и не можешь даже показать, где находишься ты. Вот. Это речка помидор. Найди мне какашку. Не поняла. А чё ржём, а? Речку какашку мне найди. В туалете каждый день речку какашку делаю. Смирнов, это что за выражение такое? Училка по биологии. На биологии всегда скучно, но когда идет тема про размножение, всем сразу становится интересно. Так, какаем отсюда, писем отсюда. Всосали информацию. Оксана Ивановна, а откуда дети берутся? Детка, ну это тебе наша англичанка расскажет. Потом расскажу, да? Плюсы биологицы ставят хорошие оценки. А кто возьмет тему по реферату про понос? Твоя химица. Интересные опыты? Сегодня мы проводим опыты. Переливаем из этого сосуда вот в этот. Опа! Та самая отличница, у которой все получилось. Вау, у меня получилось! А ты с подругой сидишь и не знаешь, что куда лить. Ну что, надеюсь, мы ничего не перепутали, да? Линчик, походу мы что-то перепутали. Учитель по ОБЖ. Предмет, где рассказывают, как не сдох. Ну, что вам сказать? Ну, пальцы в розетку не сую. Кстати, они туда не помещаются, я пробовал. На этом уроке постоянно скучно. И следующий предмет — информатика. На этом уроке ты не понимаешь, как пользоваться компьютером. Включается. О! А дома ты пользуешься компьютером как профи. Да, она мне два поставила. Ну, не переживай, дед, мы возьмем лопату. Эй, спасибо тебе за просмотр. Ну, если тебе понравилось, то обязательно ставь лайк. Подписывайся на мой канал. И давайте мы наберем 55 тысяч лайков, и сразу же выходит новый вайн. Ну, а тему вайна, которую ты хочешь, пиши прямо в комментариях. Да-да. Так вот, берем лопату и закапываем. Ты куда, да? Мы закапываем?